В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Сегодня Россия отмечает День Конституции. Этот день по праву относится к одним из самых важных с исторической точки зрения для всей российской государственности. Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил всех жителей республики с одним из самых значимых государственных праздников. В этом году мы отмечаем 25-летие Конституции нашей страны, принятие которой сыграло огромную роль в укреплении российской государственности. Стала надежной основой раскрытия созидательного потенциала личности. Конституция современной России заложила прочный фундамент для обеспечения мира и согласия в нашем обществе. Сегодня в многонациональном обществе Дагестана появляются новые возможности для того, чтобы справиться с накопившимися проблемами. Убежден, вместе мы добьемся значительного повышения качества и уровня жизни людей. Желаю всем дагестанцам крепкого здоровья, благополучия и успеха в добрых делах на благо Дагестана и России. Сегодня в День Конституции России свои первые паспорта получили 20 юных дагестанцев. В торжественной обстановке в управлении по вопросам миграции ребятам вручили документы, удостоверяющие их личность. Я очень рада, что в этой торжественной обстановке мне вручили паспорт, так как это поступление уже в новую жизнь. У меня было переживание, конечно же, но я одновременно чувствую счастье. Мы практикуем проведение ее в торжественной обстановке при личном составе, с приглашением гостей, которые также выступают, поздравляют ребят. Обычно, как правило, приходят с большой группой поддержки. Это, как правило, дедушки, бабушки, наиболее активная часть семьи. Но сегодня очередное такое мероприятие, посвященное Дню Конституции России. Юным гражданам также рассказали об истории создания Конституции России и ее значении. Помимо паспортов, ребятам также вручили небольшие подарки. Это сама Конституция, обложка на паспорт и канцелярский набор. Дагестанцев, спасших падавшую из окна многоэтажки девочку, наградили в мэрии Махачкалы. Такой подвиг не мог остаться незамеченным. Ведь если бы не мужество спасителей, трагедии было бы не избежать. Обо всем подробнее Патимат Ханапова. Они детей не бросают, а наоборот ловят, преподнеся своими героическими действиями, так сказать, награду. Как для родителей, так и для самой девочки. И вот награды и признания теперь ждут их. Памятные подарки, почетные грамоты, многочисленные слова благодарности. Первыми героев пригласили в мэрию города. Чтобы такой героический поступок сделать, не обязательно быть каким-то большим руководителем, каким-то любой человек. Главное, чтобы вы видишь, как вовремя подоспели и подрастающего поколения, то есть большой пример, чтобы вы так не растерялись, подбежали и спасли жизнь ребенка. Не оставили отважных работников без награды и представителей их руководства. Так, генеральный директор Махачкалинской транспортной компании пилот Боговыдин Магомедов решил их финансово отблагодарить. Очень приятно, что такие мужественные ребята, водители, работают у нас, и не хотим оставаться на стороне, и хотим маленькое материальное поощрение, премию им вручить, и этим самым наша ценность для этих работников, этих водителей для нас очень велика. Спасибо еще раз за это. Признательность героям за проявленные ими в экстренной ситуации качества выразили в правительстве Дагестана. В этой ситуации может оказаться каждый, но как поступит человек, это, наверное, зависит от воспитания. Большое спасибо вашим родителям и вам, собственно. Не имея подручных средств, не имея навыков, вы совершили сильно серьезный героический поступок. Мы сейчас будем ходатайствовать перед министром нашим о награждении вас нашими наградами. 27 декабря, наш день спасателей, мы вас пригласим, взяли такие и вручим наши награды. Большая благодарность от наших ребят, спасателей. Это серьезно, очень наш поступок, очень серьезно. Напомним, что новости ННТ первыми рассказали о скромных и храбрых дагестанцах. Водитель маршрутки Тагир Магомедов и диспетчер транспортной компании Адемир Кулдуев. Они шли с работы на обеденный перерыв. Тогда и заметили свисающую с окна 5-го этажа девочку. После чего, не раздумывая, решили голыми руками поймать падающего на огромной скорости 17-килограммового ребенка, что им и удалось. Отметим, что здоровью 5-летней Айши ничего уже не угрожает. Патимат Ханапова, Салман Гитихмаев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В республике завершается прививочная кампания от гриппа и ОРВИ. И уже привито более 1 000 000 дагестанцев, и в том числе более 500 детей. Минздрав Дагестана напоминает, что вакцинация необходима как самая эффективная мера профилактики гриппа, и призывает родителей прививать своих детей. Тем более, что в государственных учреждениях здравоохранения прививка делается бесплатно. За минувшую неделю в поликлинике с ОРВИ обратились более 2000 человек. Уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог.
Узнать, что такое выборы, довелось юным ученикам из образовательного учреждения «Ватан». Здесь прошли самые настоящие выборы президента. За ходом голосования наблюдал и наш корреспондент Абдулла Алиев. Ему слово. В образовательном учреждении «Ватан» проходят самые настоящие выборы президента. Правда, ученического совета своей школы. Здесь есть все атрибуты избирательного участка. Есть места для голосования, урна. И внешнее оформление все напоминает день выборов. Все проходит как обычно. Избиратели подходят к комиссии, получают бюллетень, проходят место голосования, ставят галочку и, как обычно, ставят в урну. И дальше, после подсчета, будет выбран президент ученического совета школы. Сами же кандидаты неплохо подошли к выборам. У каждого из них есть серьезная предвыборная программа. Стоит отметить, что на этом мероприятии присутствуют и настоящие представители избиркома. У нас тут два положительных аспекта. Это для кандидатов, которые будут баллотируются, точнее, и для тех маленьких избирателей, которые сейчас, для них это первый опыт. Естественно, они это принесут в свой дом, будут рассказывать своим родителям, что они практически 100% составом проголосовали. Это будет посыл для взрослых, чтобы они последующие на серьезные референдумы тоже приходили на выборы. Можно рад сказать, что наблюдать. Все напоминает настоящие избирательные участки? Да, я сам и работал в участковой комиссии непосредственно, вот как сейчас моя должность здесь председателя участковой комиссии есть. Я сам работал в участковой комиссии. Конечно, такой фантастической явки у нас не было. Ну, у них сжатые сроки, час-два, детям в школу надо. Максимально приближено к реальным выборам. В общем, все проходит, как мы видим, на достаточно серьезном уровне. Ну а по-другому, как показывает практика, в этом учреждении не бывает. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Каспийске на стройке погиб рабочий. 42-летний мужчина, который выполнял работы по кладке облицовки, упал с высоты 5-го этажа. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Происшествие случилось при строительстве 12-этажного многоквартирного дома. Как сообщает Следственный комитет республики, руководство строительной компании не обеспечило безопасных условий труда. Возбуждено уголовное дело. Завод на 2500 рабочих мест построят в Дагестане. Возведение промышленного парка по переработке вторичного сырья планируется в Кизляре. У проекта уже есть инвесторы и выдан технический план. В его рамках предполагается строительство по переработке вторичного сырья по современным стандартам. Ожидаемый уровень зарплаты будет не менее 30 тысяч рублей. Махачкала вошла в топ популярных новогодних авиаперелетов. Согласно мониторингу Роскачества, столица входит в пятерку наиболее востребованных городов, которые собираются посетить жители страны. Если сравнивать с показателями прошлого года, привлекательность города выросла более чем на 30%. Отдохнуть в странах Евросоюза решили 10% российских туристов. Остальные поедут в страны Азии, Африки и Америки. В Дагестане адаптируют транспорт для удобства инвалидов. 7 объектов уже оборудовано, в том числе автостанции в Каспийске и в Дербенте. Для перевозки пассажиров с повышенными потребностями оснащены автобусные маршруты номер 44А и 100. В них созданы все условия для инвалидов в процессе обустраивания, тротуары и пешеходные переходы. В США выставили на продажу самолет Сулеймана Керимова. Речь идет о джете Bombardier Global Express, которым пользовался миллиардер. Его стоимость оценивается в 21 миллион 950 тысяч долларов. Это не первый борт, который относит к Керимову. В конце прошлого года был выставлен на продажу авиалайнер Boeing. И о спорте. Каспийск в это воскресенье станет центром мирового самбо. 16 декабря здесь пройдет чемпионат мира по профессиональному боевому самбо. Международные соревнования посвятят памяти героя России Адильгерея Магомедтагирова. На турнир съедутся спортсмены из 16 стран. Победители определят в 7 весовых категориях. Ожидается, что почетными гостями чемпионата станут такие звезды спорта, как боксер Рой Джонс-младший, бойцы Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и другие. Планируемый ранее мини-турнир среди звезд мировой борьбы отменен, однако организаторы приготовили другой сюрприз. В рамках чемпионата состоится вечер поединков по правилам ММА. Там сойдутся молодые бойцы России, Европы и Азии. Вход на соревнования будет платным, и стоимость билета 100 рублей.
Анжи продолжают покидать футболисты. Заявление об уходе написал вице-капитан клуба Дмитрий Белоруков. Эту информацию «Спортэкспрессу» подтвердил гендиректор клуба Олег Флегонтов. Напомним, что до этого клуб сообщал о расторжении контракта с защитником Гурамом Тетрашвили. Еще один игрок, который может покинуть команду, арендованный у «Зенита» Иван Новосельцев. По словам тренера Магомеда Адиева, не исключено, что во втором круге чемпионат будут доигрывать футболисты из молодежной команды. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.